интервью на Шадринфо. Приветствую всех телезрителей телеканала Шадринфо. Это программа «Интервью». Сегодня у нас в гостях исполняющие обязанности директора Зауральского колледжа физической культуры и здоровья Наталья Сергеевна Копылова. Здравствуйте. Наталья Сергеевна, расскажите нашим телезрителям, ну, немножко о себе. Давайте познакомимся с нашими телезрителями. Где учились, где родились, что заканчивали? Я родилась здесь, в Шадринске, в семье педагогов. У меня родители работали и в школе, и в Зауральском колледже физической культуры, и папа, и мама работали. То есть как бы такая преемственность в работе есть. Я закончила 20-ю школу, потом закончила 1-ю школу и Шадринский государственный педагогический институт. На тот момент институт, сейчас понятно, что университет уже. Вот. И второе высшее образование у меня тоже юридическое. Здесь филиал был Современного гуманитарного университета. Я закончила 2 высших образования у меня. Со спортом как-то все сложилось? Со спортом как сложилось? Оно было из детства, спорт? Да, да. У меня папа в свое время работал замдиректора по спортивной работе в ТФК, тогда еще техникум физической культуры. И, в общем-то, ну, действительно, с детства, наверное, с пеленок спорт был в нашей жизни, в жизни нашей семьи. Вот, и я занималась разными видами спорта, то есть как бы такой не было определенности. То есть... Ну, достижения, возможно, какие-то есть? Ну, наверное, сильно таких больших не было достижений, значит. Первый разряд был взрослый, до КМС немножечко не получилось, это лыжный спорт был, потом был волейбол, баскетбол, причем баскетбол в школе, то есть вынужденно нужно было команду баскетбольную, обратились к папе, он, естественно, меня, и я организовала ребят, то есть мы организовали команду и выступали за 20-ю школу, команда баскетбола. Волейбол немножко появился позже, уже в институте, но, тем не менее, тоже играла за сборную команды института. Ну, то есть, вот такой вот разнообразные виды спорта. Поэтому спорт был всегда в моей жизни. Ну и перейдем к ЗКФКИЗ. Зауральский колледж физической культуры и здоровья. С чего все началось? В Зауральский колледж физической культуры и здоровья пришла в качестве преподавателя педагогики и правовых дисциплин, потому что вот у меня два высших образования, поэтому то и то направление я охватила. И привели меня, конечно, родители в данном случае. Как бы в 98-м году я пришла в колледж, работала преподавателем, председателем цикловой комиссии правовых дисциплин. С 2007 года я стала заместителем директора по учебной работе, а с января 2016 года была назначена исполняющим обязанности директора колледжа. Но сейчас у вас новый этап в жизни, то есть с сентября этого года у нас в городе образуется областная спортивная школа-интернат для одаренных детей. Кто был инициатором? Почему в городе Шадринске? Ну, инициатором выступил коллектив колледжа. Мы выступили инициатором перед управлением по физической культуре, спорту и туризму. Это наш учредитель, кто финансирует нас. И они обратились с этим предложением к губернатору. Губернатор это поддержал, и поэтому на базе колледжа у нас, в общем-то, прекрасная база. У нас 2 спортивных комплекса. Спортивный комплекс «Юность», спортивный комплекс «Олимп», лыжная база своя. Учебный корпус, то есть, в общем-то, все располагает к тому, чтобы спортивно одаренные дети учились у нас. Для этого есть все. И преподавательский состав тоже, то есть общеобразовательные дисциплины у нас ведут наши преподаватели, ну и тренерский состав, потому что тоже это выстроено, традиционно выстроено. У нас ребята, поступая в колледж, учатся и тренируются. И здесь мы хотели тоже бы спортивно одаренных детей привлечь к себе, чтобы они у нас учились, тренировались, ну и потом в дальнейшем показывали высокие результаты. Каких детей набираете, с какого возраста, какие ставите перед ними цели, или там, что нужно сделать ребенку или родителям, чтобы этот ребенок поступил к вам? Набираем мы 8 класс в этом году, хотя лицензию получили мы с 5 по 9 класс. То есть в дальнейшем планируем, конечно, и расширить. Но в этом году экспериментально набираем 1 класс, 8. Виды спорта. Вначале мы брали 5 видов спорта, но вот сейчас, по сложившейся ситуации, то есть больше всего заявлений у нас подано на виды спорта тяжелая атлетика, греко-римская борьба и самбо. Поэтому эти виды спорта мы набираем. Для того, чтобы поступить к нам, нужно, во-первых, обратиться в приемную комиссию 90128, принести документы, и все это есть, конечно, вся информация на сайте, принести документы, справочку 086, то есть о состоянии здоровья, характеристику от тренера, если есть
значит, квалификационная разрядная книжка ее, значит, принести, ну и справку об оценках, потому что, еще раз повторюсь, мы берем 8 класс, то есть те, кто закончил в этом году 7, 8 класс мы набираем, 25 человек, и поэтому они у нас будут получать образование, естественно, школьное, обычное, также будут сдавать у нас государственную итоговую аттестацию, поэтому берем предыдущие оценки, мы их будем переставлять в аттестат, и 8, 9 они у нас заканчивают, и будем выдавать им аттестат. Вот слово «одаренные дети». То есть это какие-то должны быть отличники, или у них достижения спортивные должны быть там? Конечно, мы больше рассматриваем спортивные достижения. Спортивные достижения, то есть они должны выступать, ну, желательно, конечно, мы хотим, чтобы это было такого уровня ребята, чтобы они выступали на уровне не только города или своего района, потому что мы берем ребят всех с Курганской области. Только Курганской области. Ну, знаете, в общем-то, и другие области тоже рассматриваем. Единственное условие, он поставил перед нами учредитель, что они будут выступать именно за Курганскую область, потому что финансирование областное. Поэтому, конечно, что в дальнейшем они, тогда, когда будут учиться, будут выступать именно за Курганскую область. Ну, допустим, у нас сейчас смотрит мама, которая хочет отдать своего сына в эту школу, но у него нет еще каких-то достижений. У него открыты двери? Открыты, конечно, открыты двери, потому что нередко бывает такое, и вот мы проводили уже первый этап вступительных испытаний, у нас был, ребята приезжали спортивно подготовлены, но не было у них разрядов, то есть либо они из таких деревень, что сложно выехать тренироваться куда-то к тренеру в детскую спортивную школу, даже на соревнования. Но спортивно подготовлен, тренеры отсмотрели, сказали, вот знаете, от него будет даже, может быть, больше толка. То есть какое-то тестирование такое, да? Да, да, мы обязательно проводим тестирование, то есть спортивная подготовленность какая у них составляет. По нормативам, в общем-то, которые выложены у нас на сайте, там они обычные нормативы, значит, бег, подтягивание, ну, разные виды немножко разные, поэтому на нашем сайте можно это посмотреть. И ребята выполняют, и тренер уже отслеживает. И, естественно, приглашают их, если все как бы устраивает, все хорошо. И вот в августе месяце мы уже будем говорить итог, что у нас получилось, и как у нас получилось, и какие ребята к нам пришли. На данный момент какой район лидирует? На данный момент лидирует Каргопольский район, как ни странно, но вот там больше греко-римской борьбы, ребят, и, в общем-то, знаете, здесь еще сработали, наверное, наши тренеры, это Сычугов Вячеслав Викторович, Обвинцев Александр Анатольевич, они, в общем-то, довольно активно включились в эту работу, и вот именно с греко-римской борьбы ребят приехали больше с Каргопольского района. Ну, есть, конечно, город Шадринск, Шадринский район. То есть Шатрова у нас есть, Шумихи один человек есть. В общем-то, постарались практически охватить всю Курганскую область. То есть по представителю у нас практически есть каждая область. Но вот лидирует, да, Каргопольский район. А родители, которые привозят своих детей, какие вот они напутствия, может, пожелания в образовании высказывают? Собеседование мы проводили. С родителями? С родителями, да. Вот прежде чем, значит, провести вступительные испытания, мы провели собеседование с родителями. И в основном, знаете, вопросы, то есть я тоже задавала вопрос, что вас интересует, какие-то, может быть, у вас опасения, что-то, чтобы мы еще раз объяснили вам, рассказали. Наверное, бытовые, чтобы был накормлен. И было где переночевать. Да, но даже, знаете, вот не это. Yeah. Даже не это. А вот именно, а как они будут тренироваться? А кто будет тренер? А как с экипировкой? А как с выездами на соревнования? То есть больше даже таких вопросов. Хотя ребята маленькие, в общем-то, это 8 класс поступающий, то есть это 14 лет. Ну и как с этим? С той же экипировкой. Ну, с экипировкой немножечко пока посложнее. Почему? Потому что в 2017 году нас учредитель финансирует это управление по физической культуре, спорту и туризму. Они говорят о том, что вот на 2017 год экипировку мы не закладываем. То есть мы смотрим, какие, как у вас, что. И соревнования тоже будут, конечно, но, значит, тоже они выделят денежные средства, но экипировка в 2018 году будет предусмотрена. Ну, а на данный момент родители сами должны купить ее? Да. Да, ну, как правило, в общем-то, экипировка у нас – это спортивный костюм. Но да, конечно, по специфике есть, по видам спорта своя. Но не ребята, которые тренируются, как правило, это все у них есть. То есть сложности не вызывает. Проживание, питание? Проживать они будут у нас в общежитии. Специально для них выделен второй этаж. То есть там будут жить только ребята-школьники, со студентами не соприкасаться не будут.
И сделан на сегодняшний момент ремонт в комнатах. По два человека в комнате они будут проживать. А питаться будут у нас в столовой. Тоже специальное питание именно для таких ребятишек, то есть спортивно подготовленных, спортивно одаренных детей. Это пятиразовое питание будет для детей. Пятиразовое? Пятиразовое питание. За что платят родители? Ни за что. Все бесплатно? Все бесплатно, все абсолютно. Да, бюджета. Все за счет областного бюджета, да, все абсолютно бесплатно. Мы набираем в класс как мальчиков, так и девочек. У нас на сегодняшний момент поступили одна девочка на греко-римскую борьбу и две девочки на тяжелую атлетику. Они будут жить отдельно в общежитии, в блоке, также на втором этаже. И самое главное, сопровождать этих ребят будут это воспитатели, дневной воспитатель, который будет с ними в течение дня и учить с ними уроки, потом классный руководитель, ночные воспитатели, помощников воспитателей. То есть полностью сопровождение ребят будет, то есть без присмотра ребята не останутся. И есть у нас психолого-педагогическая служба, то есть психолог, социальный педагог, которые тоже помогут адаптироваться таким ребятам в наших условиях. Понятно, что сложно, конечно, от родителей отрываться, но это не, тем не менее мы сделаем все, чтобы ребятам было комфортно, удобно учиться, тренироваться, ну и достигать высоких результатов. Сейчас мы объявили второй поток, то есть до 22 июля мы принимаем документы, потому что на сегодняшний момент у нас 20 ребят подали заявление и прошли вот предварительный отбор. Поэтому ждем, вот, а 25 нужно в группу набрать, поэтому в класс набрать. Поэтому сейчас всех приглашаем к нам, чтобы спортивно одаренные, желающие заниматься спортом, греко-римской борьбой, тяжелой атлетикой, самбо приходили к нам. То есть три направления? Три направления, да, три направления. И мы планируем в перспективе, значит, у них будет двухуровневое образование. То есть они заканчивают школу-интернат, получают аттестат и... Аттестат точно такой же, как... Как в школе. Да, как в любой школе. Это документ строгого образца, мы не имеем права никакие отклонения, значит, в этом делать. Нет, документ будет точно такой же, абсолютно. И потом они могут по желанию, но мы, конечно, будем настраивать на то, чтобы так и было, они могут поступить к нам в колледж. У нас, в общем-то, разнообразные специальности: физическая культура, адаптивная физическая культура, правая организация социального обеспечения. По всем этим направлениям они могут к нам поступить, учиться дальше. Но и в дальнейшем у нас под боком ШГПУ, пожалуйста. То есть спортивную свою карьеру можно вот начать со школьной скамьи, причем усиленно. У нас будет две тренировки этого, в принципе, вот в чем различие, да, спортивной школы от обычной школы. Это именно в том, что ребята будут тренироваться усиленно, питаться, ну и, конечно, то есть все будет создано для роста спортивного. То есть пришел в восьмом классе и до высшего образования можно получить, да, при ЗКФ КИЗ и потом ШГПУ. Да, абсолютно верно. Поэтому мы, конечно, всех приглашаем, спортивно одаренных детей, приглашаем просто выпускников даже к нам в колледж сейчас, после 9 класса, на специальность физическая культура, адаптивная физическая культура, право. На специальности физическая культура у нас 50 бюджетных мест, это две группы, на адаптивной физической культуре это 25 бюджетных мест, но право у нас платное. Ну и сейчас для тех телезрителей, которые нас сейчас смотрят, куда обращаться, адрес, телефон? Обращаться: улица Михайловская, дом 76, это Зауральский колледж физической культуры и здоровья, и телефон 90128, это приемная комиссия. Можно еще, конечно, 90127, это отдел кадров, они точно также могут проконсультировать, все рассказать. Ну и, конечно, непосредственно прийти, посмотреть, все увидеть можно своими глазами к нам именно в колледж. Ну и на сайте колледжа тоже вся информация выложена. Итак, дорогие друзья, телеканал «Шадринфо» за спорт. У нас в гостях сегодня в программе «Интервью» была исполняющая обязанности директора Зауральского колледжа физической культуры и здоровья Наталья Сергеевна Копылова. Вы смотрели программу «Интервью».